Северная красавица Югра прекрасна в любое время года. Но только зимой она раскрывается по-настоящему. Притягивает, ошеломляет, обещает чудеса. Югра – земля, где неповторимая природа и современные возможности объединились, чтобы подарить вам зимние приключения, о которых вы никогда не забудете. Не зря Югру называют новогодней столицей России. Чумовая улица и невероятная атмосфера – затягивают в снежный вихрь событий, а экстремальная зима проверяет на прочность. Никто не остается без ярких впечатлений. Ведь зимой в Югре по-настоящему горячо. Здесь проводится зимний триатлон «Айсмен», банный фестиваль, и даже единственная резиденция елки находится здесь. Ведь именно в заснеженную праздничную Югру поделиться секретами чудес съезжаются Деды Морозы со всей России. Приезжайте и вы погостить в настоящем чуме и увидеть быт коренных народов Севера. Попробовать строганину. Покататься на оленьих упряжках и побывать на этнических праздниках, где гуляют широко, с размахом, так, как умеют только в этих местах. Чем заняться самим и занять детей зимой, такой вопрос в Югре не придет вам в голову. Можно устраивать снежную битву и спускаться с гор на лыжах или сноуборде. Кататься на ледянках или отправиться на поиски приключений на снегоходе. Да и просто гулять, наслаждаясь кристально чистым морозным воздухом и сказочными видами, которые так и просятся на фотографии. Приезжайте в зимнюю Югру. Ведь только зимой Север раскрывается по-настоящему. Наталья Владимировна, как слышите? Так, у вас... Так, как слышите нас? Отлично, спасибо большое. Да. Спасибо вам огромное за ваше терпение. И прям спасибо большое всем нашим зрителям. Спасибо. Еще раз, наверное, добрый день. Да, с нами на прямой линии. Наталья Владимировна, доброе утро. Ну, здравствуйте, у нас уже день. Спасибо, Ольга. У нас такой день, конечно, ничего нет. Просто очень плохая картина, поэтому такое ощущение, что это раннее утро, либо уже сумерки. Как скажете, Ольга, вы гостья, скажете утро, будет утро, скажете вечером. Как у вас, скажите, пожалуйста, насколько много солнечных дней в вашем регионе? Простите? Насколько много солнечных дней в вашем регионе? Вы знаете, специалисты в этой сфере, я сама, для меня это было открытие, однажды сказали... Есть такое мнение, экспертное мнение о том, что наш регион один из самых солнечных регионов в нашей стране, сопоставимый с южными регионами. Почему? Потому что большое количество солнечных дней в году. И если зимой у нас короткая, зимний день, но он очень солнечный, здесь у нас солнце. Поэтому вот Хантамансийский автономный округ. Значит, это счастливое, значит, люди меньше стресса. Но, вы знаете, это было очень важно. И наша программа, она о том, как привлекать, чем привлекать, зачем объехать разные регионы нашей страны. Поэтому, наверное, первый вопрос, а что же там, скажите, вот что же такое удивительного, а что вам нравится, как было сказано, притягательного в регионе есть. И я так поняла, что там даже зимой можно ехать, и на самом деле нужно ехать, так ли это? Да. Да. Ну, значит, начну с такого вывода. Мы так считаем, и гости, которые приезжают, и те, кто приезжает работать к нам, соглашаются с нами,
у нас есть такой девиз, не девиз, мнение по сути своей. Мы говорим о том, что увидеть Югру, влюбиться в Россию. Вот это первое, мне кажется, очень важное. Аргумент в пользу того, что есть смысл приехать в наш регион. У нас в регионе люди живут исторически очень гармонично с природой, и поэтому, если говорить о возможностях этнотуризма, то это, скорее всего, безусловно, визитная карточка нашего региона. На стойбище можно научиться запрягать оленя, управлять нартами, отведать блюда национальной кухни. Попробовать изготовить сувениры из бисера, рыбьей кожи или кости оленя. Второе, это да, мы упомянули, и мы показывали это в ролике, это красивейшие природные комплексы. Например, приполярный Урал. Это жемчужина Югры и всех уральских регионов. Самая высокая вершина Уральских гор, гора Народная, расположена именно у нас, находится в Березовском районе. Здесь же у нас есть месторождение Борного хрусталя, известное месторождение, да, путь к которому прилегает через штольни, в которых добывался минерал. И даже летом там можно увидеть снежинку диаметром до 1 метра. И, конечно, Югра – это настоящая сибирская снежная зима. Такого чистого белого снега вы не найдете нигде. Поэтому в 2017 году столица Югры, город Ханты-Мансийск, стал новогодней столицей нашей Родины. А сейчас окружной центр – новогодняя столица Сибири и место ежегодного съезда Деда Мороза. Так что… Да, вам надо прямо сразу уходить на Новый год. Знаете, я хочу что сказать. По-женски, когда все комфортно было, приятно, гостям, удобно. Вот мне кажется, в вашем регионе есть большое количество туристов, потому что именно так, потому что там сплим. Смотрю, что все продукты, которые делают в вашем регионе, то, что выпускается, то, что, видимо, подписывается вами, оно сделано с невероятной любовью и с огромным качеством. Даже выставки, на которых, как бы, где бы я ни видела, супер качество, цифровизация, я не знаю, как вам это удается, как вам удается настолько качественно продумать современные инструменты, где вы берете эти новые лайфхаки? Есть столько хороших, добрых слов говорить. Вам огромное спасибо. Я сначала подумала, почему, а потом поняла, что об этом есть глубокий смысл. 10 декабря в нашем регионе исполняется 90 лет, и, как правило, в день рождения мы друг другу говорим только самое приятное. Где мы берем, что берем? Тут особенно рыться не нужно, это на поверхности, это то, чем живут люди. И если мы будем говорить о открытках, да, притягательных каких-то возможностях региона, то да, конечно, это то, что связано с нефтью, с теми людьми, которые хранят традиции первопроходцев. Что еще? Многие ассоциируют наш край с мамонтом, и в мире, кстати, в том числе, многочисленные археологические находки, сделанные по Америке Иртыш, подтверждают, что здесь у нас подножие Самарского станца когда-то бродили эти сильные, как наш край, животные, и теперь здесь можно прогуляться. Такой мы создали уникальный парк, бронзовые скульптуры обитателей каменного века в натуральную величину, археопарк, где ключевые фигуры именно мамонты высотой до 8 метров. Только один из них, по-моему, имеет имя. Так что можно, кстати, это хороший, организовать проект по названию каждого, по присвоению имени каждому из них, не нуждаются в том, они такие милые. Многие ассоциируют Ханты-Мансийск регион с этим археопарком, с этими фигурами. Вот, так что важно просто, насколько ты заинтересован вот этим своим взглядом, взять то, что тебе действительно нужно, и ассоциировать это, и воспринимать как знание и понимание в этом месте жизни людей.
Я вижу такое впервые, чтобы такое количество регионов подключились для, на прямую линию просто из разных уголков. Здесь у нас и Калмыкия, и привет вам всем из Саратова, и Национальный парк Мещера, и Коми подключено. Ну, то есть я просто смотрю, и Сургутский университет, и Воронежская область, и Мурманская область, и Ленинградская область, и Санкт-Петербург, и Брянская область. Вот знаете, я не устану, что называется, повторять, я даже не представляю причину, по которой вы собрали, я не знаю, такое количество регионов. Огромный спрос, видимо, существует для того, чтобы... Я знаю, потому что мы все соседи. Потому что каждый думает, в чем конкурентное преимущество конкретно Югры и в чем наше конкурентное преимущество. Вы знаете, потому что я здесь, может быть, с вами хочу профессионально поговорить про конкурентов. Когда обычно формируют туристические путевки, вернее, формируют туристические продукты, не говорят про конкурентов, да, либо говорят просто, у нас их нет. Скажите, пожалуйста, вот кто на международном уровне является вашим конкурентом? Вот кого вы видите? Кто, у кого то же самое? Но ведь все равно же есть что-то похожее. Ну, вы знаете, я предпочту все-таки оставаться на мнении о том, что каждое место уникальное. И все зависит от нас, те, кто представляет регион, насколько мы эту уникальность сохраним и усилим. Вот. Исходя из этого, и можно говорить о том, вы абсолютно правы с точки зрения профессиональной, экономического подхода к этому виду деятельности, туризму, безусловно, следует подходить именно с точки зрения уникальности. И больше того, это та сфера, где вообще нет границы между внутренним продуктом и внешним продуктом. Даже не стоит пытаться это делать, что вот мы для гостей из Воронежской области вот это подарим, а вот для тех, кто приедет из Германии, вот это покажем. Вообще смысла в этом нет. Есть уникальность у каждого из нас, так же, как у человека. С одной стороны, мы все люди, да, с другой стороны, каждый из нас – это нечто, и все зависит от того, как ты представишь себя в этом мире. Тебя посчитают заметным в судьбе, там, своей судьбе, или ты будешь проходным. Так и здесь, в принципе, ничего такого, все уже было, и технологии одни и те же. Можно, казалось бы, самые простые, банальные вещи из этого сделать конфетку, если ты креативный, если ты понимаешь суть вопроса и технологий, то вполне это возможно сделать. Вот приведу пример, да, вот если говорить об уникальности нашего региона с точки зрения туризма, да, вот у нас есть такой мой земляк Владимир Айваседы, он в Ютубе ведет блог «Дневник Ханта», и у него там больше миллиона просмотров. Что это такое? Ну, вот у Владимира Айваседы, он не один, у нас там больше 30 тысяч коренных народов, больше, около 4 тысяч проживает непосредственно в Таге. Но Владимир нашел вот в том простом, что связано с его жизнью, то, что покупается, то, что очень интересно покупается, ну, в большом смысле слова, да, то, что очень интересно о нем, о его земляках, и он создает ролики, публикует их в сети о том, что происходит, как раз о том, что каждый день рядом с ним. Самый популярный ролик на эту дату – это то, когда со своим другом учил всех тому, как добывать рыбу способами, которые используют северные народы. Вот что тут такого? Рыбу все добывают. Что тут такого? Не один он живет в тайге. Но он сумел просто обернуть вот это представление о своей родине, о том, какого народа он представляет. И нам всем интересно. И Наталья, я... у нас
услышала. Очень хотелось бы узнать, на самом деле, поскольку вы все-таки являетесь губернатором достаточно давно, и хотелось бы прям неформально построить разговор, потому что очень много у нас гостей, просто зашкаливает эфир. Я не знаю, видите его, его или нет, я его вижу. Так вот, мне бы хотелось понять, все-таки очень важно, да, когда нам не кто-то рекомендует, да, а когда это от первого лица, от лица того человека, который, в общем-то, в ответе за этот регион. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, ваши любимые места, какие, вот как человека, который живет в этом регионе, то есть куда бы можно было бы поехать тем людям, которые живут и которые еще на самом деле не успели что-то посетить интересное. Вот расскажите, пожалуйста, об этих местах, о ваших супер местах, куда вы приглашаете абсолютно всех. Ну, прям вот это ваш почерк. В принципе, я то, что говорила, это и не веду. Ну, я бы на вашем месте на меня как на эксперта не полагалась. Потому что что мне все нравится. Вот, да, я знаю, и есть у нас там проблемы по развитию и так далее, безусловно. Но если угощать гостей, то да, мне все нравится. И что еще? Ну давайте с погоды начнем. Какая погода на новогодние праздники обычно? Мы понимаем, что может быть, вы не можете запрограммировать эту погоду, но тем не менее, обычно. Это солнце, это нет солнца, это много снега, это мало снега. Есть дождь, нет дождя. Вот какая? Может быть экстремально морозным Но у нас бывает и -62, да, вот на моей работе в регионе, вот, а может быть -10. Но у северян есть правило, нужно просто тепло одеться, и в принципе уже не холодно, уже совершенно по-другому воспринимаешь мир вокруг себя. Вот, поэтому тут главное себя должным образом настроить на это. Вот у нас, я все-таки не могу, я настаиваю на том, что посещение стойбища – это очень интересно. Очень интересно, очень увлекательно, при этом на наших стойбищах мы еще можем предложить, то есть совершенно не страшно, потому что большинство из них сейчас подключены к высокоскоростному интернету, так называемое IT-стойбище, и можно здесь и сейчас, просто в прямом эфире, что называется, воспользовавшись интернетом, рассказать о том, как ты путешествуешь и насколько это увлекательно и интересно. Вот. Ну, наверное, интересно тогда, когда люди участвуют в представлении региона, и в нашем случае, если оставаться в уникальности, это этномероприятия, праздники так, коренных народов. Они очень красивые, очень функциональные. Здесь история, здесь сказка, здесь миф, здесь легенда. И все это в пересказе или в жизни людей. Это не постановочно, это так, как есть на самом деле, и Вороний день, и Медвежье игрище, и праздник водяного царя Витхона. А, кстати, в этот день мы проводим международные соревнования по гребле на облосах, и это можно попробовать, и это настоящие лодки, облоса, которые и сегодня используются коренными народами. Будут ли в этом году гуляния? Ну, мы знаем, что в Санкт-Петербурге запретили. Мы знаем, что в Татарстане продлили до 3 часов ночи работу ресторанов. Как будет обстоять дело на Новый год по работе кафе, ресторанов, баров у вас в регионе? Эти организации будут закрываться. И мы пойдем домой. Но можно остаться на улице, безусловно, и
все поселения подготовлены к Новому году, иллюминация, и ледовые городки, и елки, безусловно, присутствуют, но максимально рассредоточены должны и могут быть люди, и мы ставим на домашний все-таки праздник в этом году. То есть, как бы, рестораны не будут работать, в самом начале я не услышала, правильно я понимаю, не будет ресторан работать? Видимо, у меня задержка идет, поэтому не возможно. Не будет ресторана работать в этом году на Новый год, правильно? 23:00 ресторан закроется. Все, 23:00. Окей, хорошо. А, говорят, что я спрашиваю, в чем же ходить надо, если очень низкая температура. Но при этом, как бы, тоже люди пишут, что обычно там на Новый год минус 7, минус 8, бывает, как бы, конечно, и минус 62, но как в этом тогда случае, что нужно, вот если мы вдруг решили поехать к вам после Нового года, в чем, что нужно с собой брать, вот обычно, что? Я понимаю, что, наверное, можно что-то купить национальное, чтобы согреться 100%. Ну, я бы, если бы ехала путешествовать к нам, не рассчитывала на то, что можно купить что-то национальное, не в том смысле, что это невозможно, а в том смысле, что не надо рисковать в таких условиях, возможно, экстремальных, не знаю откуда, но, например, из Сочи, если кто-то приедет, нужно взять с собой, конечно, теплые вещи, и обувь, и одежду, и головные уборы, руки, безусловно, нужно защитить, обычная. Ну, тут простые вещи, ничего такого особенного. Ничего особенного, свитер, теплые вещи. Все места нужно закрыть, желательно закрыть, чтобы не обморозиться ни в коем случае. Так, зимой все понятно. А что у вас с летом происходит? Скажите, пожалуйста, если у вас, вот, ну, в некоторых регионах там, ну, есть мошки, там, вот у вас как обстоит дело с этим? В больших количествах и достаточно активные. Все, что связано с насекомыми, комары, мошка, все это нам присуще. Наверное, в этом есть какая-то справедливость, когда, с одной стороны, Господь Бог здесь рассыпал нефтегаз, с другой стороны, он создал условия, чтобы занимались этим делом люди, которые умеют преодолевать трудности и знают, как выполнять ту или иную работу. Работящие, просто работящие люди. Но, да, у нас это есть, но вместе с этими комарами, вместе с этой мошкой, у нас есть грибы, которые нигде не попробуешь, которые, там, на мой взгляд, бесспорно, поверьте, я могу быть справедливой, самые вкусные. У нас есть ягода в широком ассортименте и очень доступна, пожалуйста. Но у нас есть рыба, которую тоже можно добыть с большим удовольствием и быть удовлетворенным собой, как рыбаком, как добытчиком. У нас есть охота для любителей и этого туризма, и это возможно. Так что... На самом деле зимой, потому что в России не так много мест для времяпрепровождения зимой, а у вас такое количество разнообразных мероприятий, мне кажется, всю зиму можно провести только у вас, а дальше уже вернуться в теплые края, как перелетные птицы делают. Еще, Наталья Владимировна, подскажите, пожалуйста, такой вопрос, поскольку у вас идет месторождение нефти, идет добыча нефти, ну, я, например, видела, как добывается нефть, но большинство людей не видели. Возможно ли увидеть туристу и близко подойти к нефтедобывающим вышкам и посмотреть своими глазами, как происходит и как устроен этот процесс? И насколько это интересное зрелище, кстати? Это востребованная туристическая тропа. У нас в Нижневартовске, например, есть такие туроператоры, которые предлагают тур «Нефтяная столица России». Они так интересно составили программу. Начинается это со школы Боровиков. Затем посещают, пытаются сами
на полигоне быть этим бурмяком, и в завершении тура мы показываем уникальное месторождение мирового уровня Самотлорское, откуда каждые 8 дней может увезти с собой капельку нефти. Вот, с историей нефти и газа можно познакомиться в музее нашего региона, самый большой, единственный в России нефтяной музей в Ханты-Мансийске расположен, это музей геологии нефти и газа. Так что у нас есть в Когалыме музей очень интересный, в Нефтеюганске на открытой площадке тоже уникальное месторождение Узбалыкское, там выставочный центр, можно увидеть, как жили первопроходцы, как жили те, кто нашел этот нефть и первые ее взяли. Так что это возможно и это очень интересно. Добро пожаловать. Да, вы знаете, что Наталья Владимировна пишет, Владислава Вишневская, что если вы едете летнюю рыбалку, то надо приезжать в летне-осенний период. А надо сказать, что мест для рыбалки тоже не так много, а может быть много, но просто о них очень мало рассказывают. Поэтому, конечно, как я сейчас поняла, все-таки стоит рыбакам ехать в Югру за суперрыбой. Так ли это? Это правда, но есть справедливость в этом замечании, она состоит в том, что для себя-то мы особых условий-то не создаем, ловим, добываем ее и добываем эту рыбу, тогда, когда разрешена рыбная ловля. А вот для гостей здесь важно создать условия, все-таки инфраструктуру, да, которая примет рыбака и создаст и направит его там на рыбопромысловый участок и доставит обратно, поможет разобраться с уловом, это тоже имеет значение. Ну, то есть здесь уже нужно, как мы начали разговор с самого начала, Ольга, профессиональную деятельность туроператорам обеспечивать с тем, чтобы тур можно было предложить, тур продать по рыбной ловле. Но кто любит экстрим, кому это не интересует, в принципе, рыба есть и очень интересно добывать, потому что, ну, она есть. Рыбаку очень важен улов, в нашем случае он обеспечен. Вот, кстати, Екатерина просит побольше рассказать про мамонтов. Но на самом деле это вот много говорят про уникальность. И когда мы делали, кстати, всероссийский конкурс по развитию экологического туризма, мы создавали там стоп-лист слов, которые просто запрещено было повторять. Вот среди них было это слово уникальность, потому что уникальные, потенциальные, красивые, хорошие, знаете, вот такие прилагательные, которые абсолютно не отвечают на качественные вопросы, вопросы, связанные с цифрами, вопросы, связанные с конкретикой. Но вот здесь, справедливости ради, надо сказать, что мамонты, мне кажется, только у вас. И когда слышишь слово «мама», с одной стороны, вызывает это такое недоверие, ну, как бы типа «да ладно, не может быть». Но при этом есть наверняка какое-то подтверждение в этих словах, и человек может действительно приехать и как-то ближе с этим познакомиться. Вот скажите, расскажите про мамонтов, правда. Вот это надо интересно и делиться. Что же есть про мамонтов у вас? Да, Ольга, вы интересно, я не жила тогда, когда, несмотря на то, что мне 65 лет, тогда, когда жили эти животные. Ну сейчас прощаться. Я попробую с точки зрения того, как я воспринимаю этот уникальный, извините за запрещенное слово, вот эту возможность, да, но по сути мамонты – это те животные, которые жили в этих широтах, и, то есть на других территориях. Но мы здесь, жители Югры, Ханты-Мансийска в данном случае, посчитали это настолько интересным и важным для себя, что создали, вот заказали эту группу мамонтов и создали этот археопарк, который населили животными самыми разными, которые на нашей территории живут, с первых, которых мы знаем. У нас есть научно подкрепленные, доказанные сведения о том, что вот эта земля – это место жительства мамонтов в свое время, в музее нашем краеведческом. Кстати, очень интересно, я не знаю,
это не очень модно хвалить музеи, ну, краеведческие, например, но наш очень интересный музей. Кстати, Владимир Владимирович Путин был в нем, посмотрел нашу экспозицию, ему тоже понравилось. Кстати, Наталья Владимировна, знаете, когда говорят, что музеи не модно хвалить, мне кажется, их хвалят неправильно. Когда просто говорят, что это краеведческий музей или у нас краеведческий музей, мне кажется, самое важное, а что ценного, невероятного, зачем именно ради этой вещи стоит туда уехать, потому что в другом месте ее просто никогда не увидишь. Где-то это картина, где-то это какие-нибудь, не знаю, объекты исторические или объекты жителей, которые когда-то были на этой территории. Вот что тогда в вашем краеведческом музее есть супер такого уникального, интересного, да, зачем, ну, вот прям только у вас, и это можно возить прям по всей стране. Вы знаете, давайте будем справедливыми. Я, наверное, отвечу, прокомментирую ваш вопрос следующим образом. Все экспонаты наших музеев и картинной галереи в том числе, прошу обратить внимание на вот этот еще один адрес, который я упомянула, оцифрованы. И они все размещены в интернете. И можно даже посмотреть в качестве экскурсии, пройти. И почему я так комментирую ваш вопрос? Это очень в большой степени зависит от вкуса человека. Я не люблю навязывать своего представления о мире, вкусе и так далее и тому подобное. Я заявляю о том, что по всему различных причин я видела огромное количество краеведческих музеев. И в этой связи считаю себя экспертом не с точки зрения музейного работника, а с точки зрения именно посетителя. У нас очень интересный музей. И не только окружной краеведческий музей. У нас почти, я знаю почему, потому что у нас культура музейная существует, в каждой почти, практически в небольшой деревеньке есть музей. И вот это вот музейное сообщество, оно и формирует вот современные подходы, технологии, которые используются в музейном деле, и создают такие экспозиции, которые цепляют. Которые реально цепляют. И плюс, что мне кажется важным в этих технологиях, здесь много живых экспонатов, можно, если можно так сказать, потому что здесь и сейчас предлагаются там, просто, ну, я не знаю, например, медвежьи вещи. Вы можете как экспонат это получить, не картинки, а именно как действие. И это очень, мне кажется, доброжелательно к посетителю, и это захватывает. Да? Ты не просто картинку посмотришь, ты не просто прочитаешь, в том числе в электронном виде, получишь сведения, знания об этом. Ты еще и вживую увидишь это в представлении живых людей, которые и в жизни это делают. Наталья Владимировна, я никогда не была у вас, честно, после нашего с вами разговора, невероятно хочу поехать, посмотреть своими глазами всю этнику, как живут ханты-манси, посмотреть ваших мамонтов на территории, как символ территории, зайти в краеведческий музей. И, кстати, мы с вами не говорили, но я вижу, что люди у нас пишут в чате, что у вас очень спортивный регион, и у вас большое количество, именно спортивная территория, потому что, как Владислав опять же говорит, что большое количество соревнований проходит, как международного уровня и национального уровня. Но на самом деле получается от этого эффект такой, что значит у вас есть хорошая инфраструктура. Раз проходит соревнование международного уровня, значит вы знаете, как принимать гостей, комфортно, гостеприимно, чтобы они запомнили это путешествие надолго и рассказывали всем о нем на каждом шагу. Ну а вот это, вы знаете, слово «уникальное» теперь можно поменять на «цепляет». И мне кажется, оно гораздо более точное, чем просто «уникальное». «Уникальное» говорят все, а вот «цепляет» говорите только вы.
Наталья Владимировна, нам надо, наверное, заканчивать наш эфир, потому что после нас еще сейчас много будут зрителям рассказывать в деталях о гостиницах, о тех маршрутах, которые есть в вашем регионе, о ценовой политике, потому что я смотрю, есть чате о том, дорого это поехать к вам или недорого, ведь действительно еще, уже кто-то запустил чартеры, кто-то не запускал чартера, а какие-то создал свои региональные программы, которые позволяют комфортно, доступно, недорого долететь до вас. Поэтому мне не очень приятно с вами общаться, очень приятно, и не только мне, все зрители пишут, что вы разговариваете человеческим языком, ведь на самом деле это большая редкость. Значит, вот вы чувствуете свой регион, вы чувствуете людей, вы чувствуете место, где вы живете, работаете. И хочется пожелать вам всяческих успехов. Спасибо большое, что присоединились, но мне хочется оставить за вами последнее слово. И все-таки, может быть, пригласить к вам в регион от вашего первого лица того, кого вы хотели бы видеть, и пригласить именно туда, куда вы рекомендуете, потому что время самое ценное, что у нас есть. Поэтому его всегда очень мало, а посмотреть надо, ой, как много. Вам слово. В одном контексте Карты-Мансийске размещен центр зимних видов спорта, первый в России класса А, который позволил открыть для нашей страны дорогу на международные соревнования и класс по биатлону. Этот стадион именно привел международный биатлон в нашу страну. И это действительно уникальная вещь, просто потому что первое и потому что то, как он устроил, очень нравится и спортсменам, и тренерам, и организаторам, и, конечно, болельщикам. Так что дай бог, что мы сладим со всеми проблемами ВАДА, РУСАДА и так далее. И, в конце концов, наши спортивные площадки тоже будут открыты для международных соревнований на равных. Плюс победим пандемию. Если говорить о том, что в связи с тем, что мы закрываем нашу встречу, ну, во-первых, мне жаль. И не хочется с вами прощаться. Я уверена, я не все еще рассказала о том, чем богат наш регион. И мне очень хочется считать всех, кто принял сегодня участие в нашей встрече, послами Карты-Мансийского автономного округа Югры, теми людьми, которые будут уверены так же, как и мы, в том, что видеть Югру, любить Россию. Добро пожаловать, мы всегда вас ждем. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ну, а я знаю, какие следующие вопросы задам я Наталье Владимировне, когда приеду и увижу ее лично и познакомлюсь лично с этой удивительной женщиной, потому что все-таки мы говорим скорее про человека, да, не про должностное лицо. И будем мы с ней говорить про моду, потому что, как нам пишут коллеги, конечно, все узоры, все это национальные узоры, все они используются в линейках модной одежды, поэтому мне бы хотелось узнать именно об этом. Ну что же, я с вами прощаюсь, но передаю слово Михаилу Ушакову, который выведает у представителей туристско-информационных центров кучу полезных, не удалось обсудить, но которая позволит каждому из вас планировать ваш зимний отдых. Я знаю, что Михаил влюблен в Югру, посещает ее часто, просто нет ни одного такого слова, которое могло бы описать всю любовь Михаила к этому региону. Михаил, вы счастливый человек, что там были. Добрый день. Оль, добрый день. На самом деле, действительно, я хотел сказать, что у вас потрясающая беседа, и вот впервые мы сегодня услышали, то есть я на самом деле впервые услышал столько интересного о самом регионе, потому что это регион, в который я действительно очень влюблен. То есть, Оль, в следующий раз надо поехать совместно, потому что мне кажется, что вот это такое место, в которое люди приезжают из разных уголков нашей страны, там знакомятся и после этого дружат уже всегда.
То есть вот эти вот мамонты, о которых сегодня говорили, и вообще о природе, которая окружает, о слиянии рек, то, о чем мы сегодня будем говорить еще дальше, это то, что каким-то образом сплачивает людей. Люди оттуда уезжают и остаются друзьями. Регион действительно потрясающий. Спасибо большое за беседу, потому что Кальмадрин очень интересно рассказал. Нет, я не потеряла в жизни. В общем, не была там, надо срочно ехать, поэтому мое первое путешествие в следующем году будет именно в Югру. И пока есть снег белый-белый, и меня абсолютно не остановит минусовая температура, потому что это круто, потому что это наша страна. Миш, передаю тебе эфир, спасибо большое, приятного вам эфира, бодрого. Спасибо большое, спасибо вам огромное за беседу, которую вы провели, потому что было действительно... сказать со своей стороны, что действительно очень люблю и Ханты-Мансийский округ, и Югру, и Наталья Владимировна, спасибо большое за все то, что делается в регионе для развития туризма, вообще для развития жизни, потому что вот в регионе, в Югре мы видим как раз то, каким образом происходит сочетание того, что бизнес работает для развития самого региона, а развитие самого региона после этого начинает работать для развития туризма, и люди начинают интересоваться регионом, начинают туда приезжать, и в этом, конечно, огромная заслуга губернатора, но и очень большая заслуга тех людей, которые работают на месте, и сегодня мы с ними будем говорить, это и работают в туристско-информационных центрах, и те, кто работает просто в сфере туризма, поэтому... Мне хотелось бы, может быть, для самого начала, может быть, мы начнем прямо сейчас уже разговаривать дальше о том, что можно сделать, потому что регион – это действительно не только нефть, это не только мамонты, кстати, о которых говорили, но для меня это действительно такое первое сочетание. И мне бы хотелось сейчас побеседовать с Романом Генкелем, который должен быть с нами на связи. Роман, подключайтесь, пожалуйста, к эфиру, руководителя фонда развития Югры. Да, Михаил, меня слышно? Да, Ром, слышно отлично. Слушайте, я даже не знаю, я вот реально вам немножко завидую, потому что, понимаете, вы продвигаете такой регион, в котором есть что, во-первых, продвигать, но у нас во всех регионах есть что продвигать, но тут есть нечто намного больше еще, потому что есть что-то, что действительно цепляет, как только мы приезжаем к вам. У меня очень много друзей в Югре. Я действительно был первый раз в 2003 году и, в общем, сразу практически влюбился, когда еще самолет садился, когда я увидел вот эти вышки, которые стоят. Это что-то, что я ни разу не видел. Ну, а после этого, конечно, вот вышеупомянутый мамонт и все другое. Рома, а что для вас-то на самом деле такое Югра, Ханты-Мансийск? Вот если просто для начала сказать, знаете, такое вот одно какое-то слово, которое вдруг возникает, что интересного можно увидеть в Югре и почему нужно приехать? Ну, два скажу. Природа и люди. Меня, безусловно, как человека городского, это в первую очередь покорило. И действительно уникальное, да, слово, может быть, немножко уже как это заюзанное, да, как многие говорят, но другого не подобрать. И других таких красивых мест, у каждого региона свои места, но у нас, безусловно, тоже что есть показать. Не, я вообще с вами соглашусь, потому что если мы не скажем по поводу... Это когда мы подаемся на конкурсы, мы можем действительно вместо уникальности ее описывать. Но тут, если мы не скажем, что она уникальная, то никто, кроме нас, это не скажет, потому что мы действительно были в Югре, видели это и можем сказать, что это действительно уникально. Ром, ну, у вас есть презентация, я просто вот хотел вас попросить рассказать о том, что можно увидеть и что можно посмотреть, какие основные точки нужно сделать и посетить тем, кто к вам только собирается ехать, и напомнить тем, кто уже приезжал, может быть, что-то новое из того, что уже открылось. Да, безусловно, Михаил. Ну, я надеюсь, будете помогать, тем более мы с вами в нескольких походах были вместе, поэтому тоже сможете что-то добавить. По большому счету, вся моя презентация – это больше иллюстрация того, о чем говорила и Наталья Владимировна, да, с какими-то красивыми фотографиями, для того, чтобы те, кто нас сегодня слушает, погрузились, да, и смогли немного почувствовать, да, вот, почувствовать Югру на вкус в том числе, да, вот, почувствовать ее хотя бы на вид, на взгляд, и уверен, что потом и принять решение о том, чтобы посетить нас. Ну, давайте тогда начну с того, где мы, общаясь не только с иностранными, кстати, коллегами, но и зачастую с нашими соотечественниками, да, у всех ощущение Ханты-Мансийск это где-то очень далеко лететь, там, понятно, медведи на улицах и прочее. Вот. Но на самом деле мы недалеко, 3 часа на самолете, Москва, Питер, прямые рейсы, мы тут сейчас вот с коллегами в чате переписывались по поводу там дороговизны билетов, это сейчас тоже не актуально. Рейс Москва-Сургут-Москва от 5000 рублей, что, мне кажется, в общем-то, сопоставимо, да, и с другими направлениями. И довольно доступно. Вот. Да, не только несопоставимо, а, в общем, действительно, это такая цена, которой стоит воспользоваться для того, чтобы приехать. Абсолютно верно. Вот, у нас в регионе 10 аэропортов, 3 из них международных, это Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Также более там 100 вертолетных площадок,
широко используем водные артерии, две великих сибирских реки, Опер-Тыш, как раз недалеко от Ханты-Мансийска происходит слияние, у нас там есть плавающая церковь, тоже очень интересный такой объект, и, конечно, гостям мы стараемся его показать. Более 300 средств размещения в регионе, этой гостиницы, и туристические базы, и санатории, лечебницы, поэтому, безусловно, нам есть где наших гостей принять. Такой эксклюзив, конечно, наш колорит, да, это стойбище северных народов Ханты и Манси. Мы практику такую тоже используем, да, можем показать и даже, да, там, немного пожить с согласием этих жителей. Сегодня у нас 22 таких этнографических стойбища, которые принимают туристов, и находится, вот тоже в чате был вопрос, далеко-недалеко, то есть которые можно, безусловно, только на вертолете, а есть те, которые можно буквально на автомобиле доехать. Поэтому перейду вот как раз к таким вот атмосферным, да, фотографиям. Приполярный Урал, Михаил, да, решили начать с него, потому что вы в том числе в прошлом году были вместе со мной в этом туре. Да, в я вам могу сказать, что это действительно нечто незабываемое. То есть вот ощущение самих по себе природы, ощущение гор. Рома, если что надо делать, я вам честно скажу. Вот вы знаете, перед тем, как вы поехали, нас здорово напугали, конечно, потому что когда вы все такие шутники там живете и говорите о том, что надо ехать, только осторожнее, не отходите на 5 метров от палатки и от сопровождающего, потому что кругом медведи, ну, начинаешь, как житель города, начинаешь напрягаться. В этом, конечно, есть колорит, но вы шутники. Но я, забегая вперед, могу сказать, что действительно, в общем-то, все достаточно виноватно. Михаил, эта шутка была долей шутки, на самом деле, действительно, это природа. Знаете, тут все, ну, когда с коллегами общаемся, туда, конечно, не просто добраться, да, либо там вертолет, либо долго довольно на автомобиле. Вот, а с одной стороны, это не позволяет большой объем туристов принять, да, вот такой минус. С другой стороны, знаете, это там минус, может быть, и плюс, тем более нетронутая природа остается, да, более такая девственная, уникальная, которая, ну, сложно где-то еще найти. Поэтому, честно говоря, одно из моих любимых мест и очень в прошлом году сильное впечатление произвело, был первый раз, там, да, вот как раз штольни, в которые мы заходили, и вот Наталья Владимировна говорила там про снежинки большие, метровые, действительно, они огромные, хрупкие, буквально там нельзя их касаться даже, да, мы проходили, прогибались, потому что... Ром, ну, правда, вот ощущения сами по себе штольни, которые, собственно говоря, были сделаны сначала человеком, а потом ты заходишь и видишь, ну, вот надо, наверное, так вот непонятно просто людям, что это действительно такие полуметровые, на самом деле, висящие снежинки, абсолютно красивые, которые ты боишься просто даже потрогать, не знаешь, как сфотографировать. И здесь сочетание того, что вроде как хочется сфотографировать и показать людям, но надо ехать и смотреть, потому что это удивительно абсолютно, это уходящие вглубь длинные туннели, в которых можно пройти и где увидеть вот эти вот божественные абсолютно создания снежинок, которые тебя окружают. Да, совершенно верно. Зимой... Вот как раз гора Народная, которая, кстати, одна самая высокая точка Урала, да, она интересна и зимой, и летом. Летом мы с вами были, зимой туда в том числе на снегоходах заезжают, там сложно, но буквально недавно покорили ее, и, ну, однозначно эффект, который... ты получаешь, когда туда взбираешься, он, я думаю, непередаваем. Поэтому Приполярный Урал, конечно, это одна из таких точек притяжения нашего региона, о котором многие слышали, да, соглашусь, что с точки зрения доступности не самая простая точка, но тем, мне кажется, она желаннее для тех, кто там еще не был. Я абсолютно согласен, потому что действительно, в общем, в этой эксклюзивности есть и то, что мы попадаем, в общем, в абсолютно для меня удивительное место, где мы были, собственно, в походе в прошлом году, потому что там действительно, в общем, созданы все бытовые условия для того, чтобы совершенно спокойно переодеться, для того, чтобы совершенно спокойно переночевать и на следующий день продолжить какие-то восхождения. И забегая вперед, могу сказать, что, в общем, для неподготовленных людей, я не считаю себя нисколько подготовленным человеком для таких походов и восхождений, есть те маршруты, по которым действительно можно пройти, получить абсолютнейшую массу эмоций положительных, потому что ты чувствуешь себя в природе, ты чувствуешь себя без мобильного телефона, то есть он был только у сопровождающих, как мы помним, которые могли всегда по рации с кем-то связаться, но вот это ощущение оторванности от жизни до момента нахождения в лагере, я даже не знаю, когда вот начал работать там телефон, в тот момент, когда появилась ваша теперь сотовая связь, которая везде стоит через спутник. И вот если в этом действительно... То есть такой детокс, он абсолютно возможен. То есть люди могут абсолютно уйти куда-то в гору и там пребывать без мобильного телефона.
Да, для меня тоже было в том году такое новое ощущение, забытое уже, да, когда 3 дня практически без связи, не практически, а без связи, и есть возможность вырваться и, на самом деле, многие вещи обдумать. Вот. Но, говоря о регионе, не могу сказать о тех событийных мероприятиях, которых у нас тоже великое множество, и с 2017 года Югра входит в золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма. У нас традиционные уже такие исторические наши мероприятия, это, допустим, фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», это фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход», фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», Всероссийский съезд «Дедов Морозов», кстати, тоже, да, и «Снегурочек». Конечно же, все, многие ассоциируют наш регион со спортом, да, и Наталья Владимировна сказала про биатлонный центр имени Филипенко, который у нас в Ханты-Мансийске. Наши спортсмены, да, составляют костяк, один из таких основных участников и сборной команды России, поэтому нас любят спорт, очень много сделано для того, чтобы была возможность заниматься этим спортом, да, и также в Ханты-Мансийске есть и спуск, и работают подъемники, поэтому у нас можно приехать и тренироваться практически там 8 месяцев в году, пока есть снег, да, поэтому тоже приглашаем. Познакомиться с традициями, культурой и бытом коренных малочисленных народов. Вот, кстати, на слайде это как раз соревнования на областях, о которых Наталья Владимировна также сказала. Можно, посетив в том числе этнографический музей Турма, который сейчас на слайде. Турма переводится как «священная земля». Здесь представлена достоверная реконструкция быта обских угров, летнее стойбище хантов реки Аган, зимнее поселение северных манси, действующее святилище обских угров. Сотрудники музея могут провести вас по охотничьим тропам, познакомить с традициями охоты и рыбалки коренных малочисленных народов, а также расскажут об их бытии. Нельзя не отметить, если вы будете в городе Сургуте, наш музей природы и человека, который находится в деревне Рускинская и носит имя Александра Павловича Ядрошникова. Музейный фонд насчитывает более 6000 экспонатов в 12 коллекциях, в том числе уникальная таксидермическая коллекция. На территории более 2 гектаров расположен комплекс традиционных построек тромаганских хантов. Продолжая разговор, не могу сказать тоже, в общем-то, уникальном сооружении, это так называемый мост «Красный дракон», он находится в Ханты-Мансийске. Он признан одним из самых красивых мостов в России, в 2013 году даже там 2-е место занял. Также в Ханты-Мансийске, Михаил, по-моему, там бывали, присутствует наша композиция, где можно посмотреть как раз и на мамонтов, и на других древних животных, которые на нашей территории обитают. Я, наверное, просто расскажу, потому что действительно в предыдущем слайде, если мы его вернем, предыдущий, то там действительно видно, можно просто те, кто не знает, не видят, то там наверху стояли, как раз стоят вот эти мамонты, которые тут тоже не очень понятно, какого они размера, и когда ты на них смотришь, вот так вот проезжая, то кажется, что это, в общем, не такие большие мамонты. А вот если следующий слайд перекрутить, то по своим ощущениям могу сказать, что это действительно огромные, абсолютно построенные мамонты. И зимой, и ночью это потрясающее ощущение, потому что они отлично подсвечены. Мне кажется, вот каждому нужно просто приехать и обязательно вокруг них обойти, посмотреть их и с ними сделать фотографии. Это удивительное абсолютно зрелище и совершенно потрясающее место. Да, особенно зимой, да, когда вот отражение от снега идет, действительно очень красивая подсветка. И, ну, это такая визитная карточка, можно сказать, даже не города, а региона. Отличный вид также, кстати, со стелы первооткрывателем земли горской. Тоже весь город Ханты-Мансийск как на ладони. И очень красивый вид здесь как раз весной, так как много озер и рек, да, которые Ханты-Мансийск окружают, и, знаете, подлетая к Ханты-Мансийску вот в это время распутицы, ощущение, что это остров, там, и 2 ниточки дороги, одна на Сургут, другая на Нягань, и все в воде, вот, просто уникально, да, и здесь вот как раз такая смотровая площадка, когда вот в это так, время... Так, подлетаешь действительно к Ханты-Мансийску, это удивительное зрелище, потому что каждый начинает, кто первый раз летит, начинает спрашивать, что это, потому что это большое количество
маленьких таких озер, которые стоят. Но, кстати, поднимаясь на стелу, вот тот вид, который мы видим на Ханты-Мансийск, он абсолютно удивительный, потому что это две вещи, которые, ну, вот, пожалуй, тоже нужно сделать, помимо посещения мамонтов и музеев, о которых мы сегодня еще там не упомянули пока до сих пор, о тех прекрасных музеях, которые у вас есть, это подняться наверх от стелы, посмотреть на город, а после этого попытаться поехать на слияние как раз двух рек, потому что это место абсолютно энергетически заряженное, уникально, вместе с церковью, как вы правильно сказали, которая действительно находится на воде, и, собственно, таких церквей очень мало. Но говорят, что зимой это тоже очень интересно. Говорят, что зимой точно так же на снегоходах народ ездит на слияние двух рек, и что это тоже остается таким местом, в которое и зимой тоже стоит по возможности, конечно, поехать и быть там. Да, ну, у нас, слава богу, морозы позволяют, и крепкий довольно лед, поэтому, да. Ну, а если честно, у вас морозы как-то чувствуются не очень. Вот они действительно очень-очень холодная погода, то есть ты смотришь, когда на минусовую температуру, понимаешь, что очень холодно, и вроде как должно быть нестерпимо холодно на улице, но при этом, в том числе, кто едет, говорит, пойдемте погуляем, и действительно можно, в общем, пойти и прогуляться совершенно не так, как мы ощущаем это в Москве или в Санкт-Петербурге, тем более вот этот вот... Более сухой воздух, меньше влажности, действительно, условно, в Москве минус 10, это там воспринимается как у нас минус 20, да, это действительно проще, и не надо бояться вот больших температур. Там, когда Наталья Владимировна выступала, были вопросы в чате, да, а вот как же при таком морозе, все равно он воспринимается там проще, да, легче и дышится по-другому, поэтому морозов бояться не надо. Ну, поговорили мы немного о природе, да, безусловно, сразу оговорюсь, это малая часть, и, ну, невозможно тут объять необъятное, да, с нашей территории. Я могу сказать, у нас один только Березовский район, где мы вот с вами бывали, он по территории как такая страна, как Португалия, да, и, ну, колоссальные расстояния там с запада на восток, насколько я помню, почти 1500 километров, и, конечно, все проехать я довольно давно, да, живу в регионе, но я не видел, мне кажется, 10%. Вот. Но не могу сказать о том, что нам есть что рассказать, в том числе в плане городской инфраструктуры. В рейтинге комфорта у нас город Сургут занял второе место, да, абсолютно обоснованно. Вот. И социальная инфраструктура, которая имеется с точки зрения медицины, образования, у нас на самом высоком уровне, и отличное качество тех же автомобильных дорог, проблем между добраться между поселениями, да, или городами в регионе она не стоит. Действительно, созданы безопасные условия для передвижения, да, как раз это к разговору о том, что если вы захотите не только прилететь, да, и приехать, допустим, на автомобиле, вот в этом плане у нас есть что показать, и главное, нам будет не стыд. Вот, например, сейчас на слайде галактика, находящаяся в городе Когалыме, где находится один из самых больших океанариумов в России, да, и для города там 50 тысяч, чуть больше человек, действительно такое уникальное сооружение, соответствующее самым высоким мировым стандартам. Также вот один из наших красивейших мостов, Вантовый мост через реку Обь около города Сургута, также, ну, является, в общем-то, такой достопримечательностью. И даже есть, насколько я помню, музей моста, то есть как он создавался, как он строился, да. Относительно, кстати, новое сооружение, ему еще, по-моему, даже 20 лет нет. И одно из самых северных таких объектов с применением как раз вантовых технологий. Довольно красиво. Вот, спортивная инфраструктура, ну, здесь действительно нам есть что показать, и не только в Ханты-Мансийске, в Когалыме, в Сургуте, практически в каждом муниципальном образовании, муниципалитете есть свои спортивные объекты. Допустим, вот в Ханты-Мансийск, здесь хоккейная арена, там более чем 5000 человек вмещает, то есть готовы принимать соревнования любого уровня, в том числе международные. Есть дворец искусств «Нефтяник», это Сургут, тоже мега современное здание, которое готово принимать и концерты, и различные, у нас несколько мероприятий было с точки зрения образовательных, да, то есть просто оснащение, ну, на уровне лучших, не просто российских, а
уровня Москвы. Да, кстати, это правда удивительно, когда приезжаешь и видишь на афишах, собственно, те имена, которые составляют элиту российской культуры, которые приезжают и выступают в вашем регионе, то есть концертные площадки действительно позволяют, в том числе и проводимые, собственно говоря, и фестивали, которые у вас проходят, действительно позволяют самый высокий такой проводить мероприятия самого высокого уровня. Да, я еще отмечу, да, вот, допустим, в Когалыме у нас открылся филиал Малого театра, тоже, в общем-то, история для регионов нестандартная, ну, вернее, в принципе, такой практики больше нет, в Когалыме он есть, да, филиал Малого театра. Ну, опять, история без спорта, да, она не может мы обойтись, и здесь, конечно, зимние виды спорта, да, история вот про белый снег, который у нас самый белый, да, все-таки должны будем об этом тоже рассказать. Мы привыкли праздновать Новый год с размахом. В этом году, конечно, как Наталья Владимировна сказала, мы все-таки чуть-чуть будем более в таком сжатом формате, но тем не менее, да, все наши города готовы к встрече Нового года, готовы с точки зрения иллюминации, да, и в любом случае, если будете у нас, то вам будет, в общем-то, этого приятно посмотреть. Как про снежинки, собственно говоря, на этом слайде позволю себе тоже несколько слов сказать, потому что это действительно одна из центральных площадей Ханты-Мансийска, которую мы видим. Мы видим эту прекрасную елку, на самом деле, которая действительно очень красивая и которую стоит на Новый год, можно приехать действительно в Ханты-Мансийск, если не в этом году, так в следующем, если не в следующем, так через год, но лучше приезжайте как можно раньше. Но ощущение белого снега невозможно передать на фотографиях. Это то, что, в принципе, говоря о белом снеге, очень тяжело подобрать какие-то эпитеты, потому что он ослепительно белый. И снег настолько белый действительно есть только в Ханты-Мансийске и только в Югре, в вашем регионе. Надо отметить, что вот здесь вот рядом находится парк, через который можно пройти, но обратите внимание, насколько все освещено. Я думаю, что это тот город, который виден просто из космоса, как вот действительно светящаяся точка. Город абсолютно освещен, и поэтому зимой производит очень праздничное, нарядное ощущение. За это, собственно, спасибо большое губернатору и всем, кто работает в органах исполнительной власти, потому муниципальных в том числе, потому что город действительно очень ярко освещен. Ну да, ну у нас в 2017 году Ханты-Мансийск был новогодней столицей России, а сейчас за ним закреплен статус новогодней столицы Сибири. Поэтому здесь по праву абсолютно. Наши такие традиционные поездки, да, на Хаскан. Да, мы сегодня еще будем об этом говорить, как, кстати, о маршрутах, которые проходят по региону. Нас спрашивали в чате, будут ли конкретные маршруты. Обязательно сегодня поговорим о конкретных маршрутах. Да, ну вот как раз и Дед Мороз, да, на Хасках. Это опять вид Ханты-Мансийска со стороны мамонтов. Вот спортивные наши мероприятия, тоже буквально вот недалеко от офиса, где работаю. Перед Новым годом ежегодно вот эти вот полеты, когда ты на уровне второго этажа, а они еще выше, да, так завораживает зрелище на самом деле. Вот. Мы, безусловно, вот как я говорил об этом спуске Ханты-Мансийске, это и сноуборд, и лыжи, да, то есть на любой вкус, даже можно просто прокатиться там на тюбинге. И надо сказать, что это прямо в городе, то есть здесь, да, это в городе, мы находимся в непосредственной близости от объектов размещения. В принципе, даже если брать крупные города Сургут и Нижневартовск, да, не говоря, наверное, о Ханты-Мансийске, у нас с точки зрения все-таки доступности города довольно компактные, и проблемы, да, допустим, все, которые традиционно для мегаполисов у нас не стоит, то есть такого, чтобы куда-то там час или полтора добираться из одного конца города в другой, такой проблемы не стоит, да, там тут же Ханты-Мансийск, это практически 10-15-минутная доступность в любую точку города. Вот. Понятно, Сургут-Вартовск чуть побольше, но все равно нет того времени, которое ты тратишь, когда находишься, допустим, в столице, да, просто на дорогу в одну сторону полтора часа, это нормально. У нас, для нас это дико. Вот. Ну, достаточно ограничено время в эфире. Мне очень хочется, чтобы вы рассказали про еду, потому что это что-то, что действительно, вот вы начали рассказывать про... Михаил, это мой любимый блог, да. Здесь у нас есть что показать, что предложить и что попробовать, да. Это и знаменитая сосенская сельдь, да, царская сельдь, которую, в общем-то, еще царям на стол отправляли. Вот. Это и наш кандинский гриб, это и оленина, и лосятина, и медвежатина, и различные дикоросы, вот Наталья Ильич тоже о них говорила, там, и брусника, и княженика. Ну, вы знаете, я вот, у меня вот этот слайд, мне сложно сейчас говорить, поэтому как бы здесь надо просто, это приезжать надо пробовать. Конечно, наши традиционные муксун, нельма, которые, да,
абсолютно непередаваемые по вкусу. Здесь однозначно здесь есть что запомнится, да, что съесть и что запомнится. Вот. Трофейная рыбалка, да, в этом году для меня тоже она так открылась с точки зрения личного опыта. Не буду хвастаться, у меня рекорд в этом сезоне где-то там 6-6,5 килограмм. Я поймал щуку, ну, здесь я тоже, как я уже говорил, количество рек, количество озер, оно колоссальное, это более там нескольких сотен штук, и есть места, где можно поймать трофейную щуку там до 20 килограмм, да, вот примеры есть, когда у меня знакомые в этом году по 15-17 килограмм вылавливали, вот, были такие же счастливые, как этот рыбак, вот, самое главное, у нас есть инфраструктура необходимая, есть возможность, допустим, на лодке практически проживать, да, и с этой же лодкой ловить, передвигаться, если что-то место как-то не устраивает, дальше едете, тут же ночуете, да, вот, либо есть возможность использовать различные базы, которых у нас тоже великое множество, для вот этой, не обязательно весенне-летние, там, осенне-летние, здесь просто, понятно, побольше, но есть и зимняя рыбалка, да, это и лунки, и, в общем-то, здесь любые, да, пожелания, там, и направления могут быть нами предоставлены. Так что здесь вот с точки зрения рыбалки, я сам не рыбак особо, но все-таки здесь есть что предложить, и я думаю, это видите. Теперь, наверное, расскажу о том, что... Да, а то у нас все равно у нас просто заканчивается время, если вот это, да, вот потрясающе, да, просто в режиме такого короткого, просто познакомьте нас, потому что эти кадры, они, в общем... Да, ну это как раз наша галактика, где океанариум огромный, да, с безумным количеством, там, 32, по-моему, аквариума, 2500 рыб различных обитают, ну, еще раз говорю, уникальный объект, 3,5 миллиона литров воды, вот, и, ну, на уровне абсолютно мировых аналогов. Для того, чтобы, ну, вот наш, кстати, промышленный туризм, тоже уникальное такое, в общем-то, действие, потому что я на вскидку не скажу, мне кажется, такого опыта нет, то есть мы можем привести вас даже на месторождение, показать, как работают, да, нефтяники, и, ну, это тоже интересно. Вот. Естественно, я обо всем не мог рассказать, да, и тем более еще отвлекался, когда вспоминал собственные какие-то упражнения, да. Предлагаю подписываться на наши все интерактивные ресурсы, Visit Югра, мы есть и в Инстаграме. Практически в ежедневном режиме мы публикуем определенные новости, какие-то события, которые предстоят, где можно там зарегистрироваться, чтобы они приходили, также уведомляли вас. Вот, у нас сейчас как раз в стадии сдачи и оформления цифровая платформа, да, Visit Югра, она уже в тестовом режиме работает, и могут посетители туда зайти, для того, чтобы была возможность, вы как турист комплексно получили услугу, начиная от объекта проживания, заканчивая посещением различных музеев, маршрутов туристических, чтобы это все было в одном месте, уже сейчас можно посмотреть. И вот, и мы в дальнейшем планируем не просто этот ресурс использовать для того, чтобы там нашим туристам рассказать, но еще и для того, чтобы управлять туризмом в регионе, да, получая аналитику, делая определенные выводы. Это действительно очень большой шаг, поэтому вот я даже попросил бы еще раз, может, переключить на сайт с вашими контактами, потому что там будет как раз будут контакты, которые, по которым можно зайти, но набирайте Visit Югра, потому что действительно стоит поинтересоваться то, каким образом работает эта платформа и поучаствовать во всем том, что есть. Ром, еще на минуту вас задержу, все-таки очень кратко, давайте с вами действительно экстра кратко, примерно сколько стоит ночевка в глэмпинге, нас задает вопрос Любовь Филоненко. Ну, очень коротко и так в целом, без учета перемещения до глэмпинга. Давайте так, мы сейчас финансовую модель рассчитываем, да, постараемся сделать, и я думаю, со стороны округа тоже будет определенная поддержка, она уже есть, и чтобы эта цена была доступна и сопоставима со стоимостью номера в гостинице. Я думаю, что стоит тогда подписываться просто тем, кто хочет, потому что глэмпинги сейчас открываются, мы знаем о тех проектах, которые есть. Еще один вопрос, научный туризм планируется в НТЦ в Сургуте? Да, и безусловно, и это направление мы тоже будем развивать. Сейчас создается эта площадка, да, и в дальнейшем, конечно, почему нет, мы также будем развивать и его. Ну, я так понимаю, что можно по вашим контактам обратиться для того, чтобы
ознакомиться, да? Да, конечно, безусловно. Ром, еще вопрос такой. Скажите, у вас бывают фан-трипы? То есть вот такие пресс-туры для тележурналистов? У нас спрашивает наш читатель Татьяна Демнева, планируются ли пресс-туры для тур-журналистов Санкт-Петербурга, например? Смотрите, ну, на самом деле, один из примеров, наверное, да, это тот тур, который был в прошлом году, Михаил, где вы тоже участвовали. Поэтому можно сказать, что мы такой формат уже используем. И, ну, в случае там определенных заявок, да, мы сформируем пул такой, я уверен, мы его проведем. Ну, видимо, вот как раз журналисты Санкт-Петербурга уже готовы к вам выдвигаться. Ну, просто комментарий от Елены о том, что фотографии будто какого-то европейского города, это действительно так, то есть не то, что европейского, я бы сказал, что здесь вот неправильно сравнивать с какими-то европейскими городами, потому что это просто большие и очень современные города. Роб, два музея, которые цепляют всех, наверное, музей человека и музей нефти и газа, они открыты круглый год, да? То есть у них можно... Да. Я просто хотел бы сказать, просто, что Югра — это в том числе еще и познавательный туризм очень во многом. Кроме того, что вы сказали о посещении нефтяных месторождений, это потрясающие музеи, действительно. Современные, да. Интерактивные. Абсолютно, да, Михаил. Они действительно современные. То есть вы, когда к ним заходите, там есть и определенные цифровые решения, да, и сама... экспозиция, которая там представлена, она вызывает интерес. Я сам несколько раз бывал в каждом из них, каждый раз есть что посмотреть, поэтому однозначно рекомендую, это must-have, когда вы в Ханты-Мансийске. В районе биатлонной трассы можно ли покататься на сноуборде? В районе биатлонной трассы, ну, лучше... Или в городе, речь идет о том, что о городах. Можно ли в городе покататься на сноуборде? Да, можно, да. У нас особенно в Ханты-Мансийске есть, да, трассы как раз для спуска, в том числе на сноуборде. Вот Никита Алексеев спрашивает, а есть возможность переночевать в Зуме? Вот я думаю, наверное, это все-таки Т9, и, наверное, человек имел в виду Чуми, потому что, наверное, все-таки в Зуме мы все теперь ночуем в силу обстоятельств. Да, в принципе, уже в нем ночуем. Да, в Чуме есть такая возможность, есть такие туры. Отдельно может на нас выйти, мы проконсультируем, как это можно сделать. Ну и, наверное, остальные вопросы мы сейчас попробуем обсудить уже с теми, кто работает непосредственно с турпродуктом. Ром, спасибо вам огромное, есть ваши контакты. Спасибо. Вам спасибо большое за то, что вы участвуете во всех мероприятиях, которые проходят, в принципе, на федеральном уровне. И однозначно можно сказать, что результат от этого есть, потому что мы все начинаем больше говорить об Югре, за что вам спасибо огромное. И мы действительно очень благодарны вам за то, что вы так сохраняете то, что у вас есть в регионе, и показываете его нам. Ром, спасибо вам огромное, мы все остаемся на связи, есть ваши контакты, поэтому, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к Роману для того, чтобы получить больше консультации. Но я в двух словах скажу, что о том, до того, как перейти к нашему следующему выступающему, попрошу наших технических сопровождающих включить маленький ролик о проекте, который называется Russia Travel Club, который мы запускаем, и приглашаю всех, собственно, тех, кто сегодня с нами в эфире, присоединяться к проекту и задавать вопросы, в том числе и через Russia Travel Club, который используется как единый канал взаимодействие с туристско информационными центрами, которых более 300 по нашей стране. И мы все работаем для вас, мы работаем бесплатно. И, собственно, вы можете обращаться как в центры Югры, так и в других центрах других регионов, потому что такие центры созданы для того, чтобы помогать вам выбирать маршруты, планировать их. И это ни в коем случае не турагентство. Туристско информационные центры работают для того, чтобы сделать ваше путешествие лучше, интереснее и познавательнее. Ну а мы сейчас переходим к нашему следующему спикеру, который расскажет нам про конкретные маршруты, которые есть в Югре. Это туроператор «Дикий Север», это Свитов Евгений. Евгений, добрый день, вы с нами уже на связи? Здравствуйте, здравствуйте, Михаил, слышите меня? Да, Евгений, вас слышно, чуть-чуть тихо, правда, слышно, но тем не менее. Женя, скажите, мы сегодня говорили о Приполярном Урале, действительно, то место, которое запоминается и остается абсолютно навсегда, и является таким магнитом, собственно, одним из магнитов, которые есть на территории Югры. Скажите, вот расскажите просто в целом о том, каким образом туда поехать, все-таки что мы должны увидеть, как проходят экспедиции, как вообще это можно, каким образом можно туда поехать и каким образом воспользоваться тем, что вы предлагаете. Да, значит, Приполярный Урал – это вообще огромнейшая страна, в которую можно попасть как раз с территории Ханты-Мансийского автономного округа из города Нягань. Здесь вот в чате спрашивали, как задействована Нягань. То есть, естественно, в Нягань мы попадаем из города Ханты-Мансийск, откуда уже с помощью вертолета, у нас расположена там вертолетная эскадрилья, попадаем на Приполярный Урал. То есть все туры, все путешествия, все экспедиции начинаются с города Нягань. Вот. Начну, пожалуй, с самого начала, как бы с юга, получается, Приполярного Урала. Вот смотрите, мало кто знает, что по территории Хмао-Югры протекает уникальнейшая река, с помощью которой был открыт Пермский период.
В ней, в русле этой реки, можно найти вот таких вот головоногих моллюсков. То есть, иначе говоря, вы сами это нашли, да? Да, это мы сами нашли. Значит, аммониты, белимниты, возраст которых, только вдумайтесь в цифру, 250 миллионов лет. То есть это как раз первая река, на которую мы попали в 2006 году. Значит, называется Лопсия. Она расположена на юге приполярного Урала. И именно оттуда наши путешествия как бы начали, так сказать, раньше мы двигались совершенно спонтанно. То есть, ну вот, начали с юга приполярного Урала. Затем, если, допустим, мы как бы разговариваем и говорим о стандартных турах, которые у нас есть, которые мы предлагаем, затем мы двигаемся на север, попадаем на базу Неройка. Также можно с помощью вертолета прилететь нашим коллегам и оказаться в очень комфортных условиях. Далее, очень интересный регион приполярного Урала – это как раз район горы Народной. В этом году мы стали победителями гранта, и, значит, в следующем году планируем обустроить подножие горы Народной, установив там глэмпинг, так называемый гламурный кемпинг. Постараемся. Непростая нам миссия выпала, но, тем не менее, хотим привлечь наших коллег с Неройки, воспользоваться их опытом и попробовать, так сказать, установить у подножия горы Народной глэмпинг. Вот. Тем более, что требования современного туриста, так сказать, это обеспечение комфорта. И в итоге вот хотим сделать так, чтобы совместить и комфорт, и отдых в условиях дикой природы. Вот. Ну и что стало для нас открытием, также мы сейчас вводим в ранг таких так называемых стандартных маршрутов, это то, что мы обнаружили пирамиду. Да-да, самую настоящую пирамиду на Приполярном Урале, которая находится в 79 километрах как раз от самой высочайшей точки. Да, вот она именно так выглядит, горы Народной. Значит, свозили туда и Русское географическое общество тоже в этом году. Значит, они исследовали этот регион, и вот вы можете увидеть, как она выглядит. Ну, все-таки, вот, слушайте, вот интересно, на самом деле вы показываете такие разные кадры, все-таки насколько по времени для того, чтобы добраться до этих мест? Потому что я даже про эту пирамиду, мне кажется, читал в прессе, потому что уже писали, и тут ты не очень понимаешь, действительно, знаете, как всегда говорят в туризме, тут есть некая легенда и есть некая правда, да, и всегда хочется пойти посмотреть и убедиться самостоятельно, это как раз тот самый вариант. Но просто вот насколько далеко, как далеко добираться до пирамид или до тех мест, которые вы показывали? Ну вот из Москвы до Ханты-Мансийска 3 часа, затем Ханты-Мансийска до Нягани тоже порядка 3 часов. И 2 часа на вертолете, и вы уже в абсолютно труднодоступных местах. То есть это из Москвы, грубо говоря, ну вот посчитайте, нетрудно вам, наверное, уже сами по времени прикинуть, что на Лопсию 2 часа лететь, что на... значит, Народную, что на Неройку, что на пирамиду. То есть Нягань находится очень таким, как сказать, удобным способом. Практически любая точка приполярного Урала, она доступна именно вот с территории Хмао-Югры. Жень, ну вот, наверное, действительно вопросы, которые возникают, нужно ли, два, собственно, главных вопроса, которые возникают, нужно ли быть как-то подготовленным? Вообще физически подготовленные мы, так сказать, требования для таких участников мы применяем в зимних экспедициях. Летом нужно просто, необходимо просто желание туда попасть. Ну и, естественно, понимание того, что вы будете находиться в абсолютно безлюдной местности, там, где дикое зверье, там, где медведи, там может произойти, ну, в общем-то, как бы... это. Но мы же идем всегда сопровождающим, да, в поход. Да, всегда есть... У нас есть. И, конечно, вопрос, который сразу возникает, мы понимаем, что это не дешево, то есть это абсолютно, действительно, не дешевый вид отдыха. Тем не менее, вот вертолетная поездка, нас спрашивают просто, во-первых, нас спрашивают, можно ли с детьми 10-14 лет в такую красоту, выдержат ли они, и сколько вертолет по стоимости? Ну, по стоимости мы, в принципе, выработали такую... Наверное, просто сориентируйте нас о поездке, которая, предположим, Екатерина Шрамко спрашивает нас, добрый день, средний чек на 7-дневный тур. Ну, вот примерно, как бы, те поездки, которые есть, сколько же они обходятся для группы? Ну, на сегодняшний день, включая шеф-повара, там, представление амуниции, перелет на вертолете,
значит, мы практиковали в районе 75-80 тысяч на человека. То есть это при группе от 10 до 12 человек. То есть, ну и, в общем-то, это как раз из нягонь-нягонь-нягонь. Все под ключ получается. То есть 7 дней в условиях отсутствия цивилизации. Вот примерно так, 75-85 тысяч на человека. Если в следующем году будет чуть-чуть увеличение, но оно будет незначительное. Примерно вот такой вот, как бы, ценовой диапазон мы укладываемся. Плюс мы скомбинировали программу еще с нашими коллегами из Спутника. Да, значит, мы также комбинируем, если, допустим, группа готовая, посещение с нефтяных месторождений, и дальше уже движение по маршруту, как раз вот, чтобы полностью охватить весь, так сказать, насытить маршрут. И, значит, можем добавить мультирегиональный туризм, допустим, какую-то точку из других областей Республики Коми, там, из Свердловской области. Но это так, называемое насыщение маршрута, то есть как конструктор можно собрать, грубо говоря, экспедицию, но тем не менее попасть вот в этот ценовой диапазон, который я уже озвучил. У вас отличное, собственно, название «Дикий Север». Тут действительно мы понимаем, что с одной стороны мы будем находиться в абсолютно дикой природе, с другой стороны ощущать себя с вами, а с вами мы чувствуем себя абсолютно спокойно, как мы видим, собственно говоря, и можно вам доверять. Пожалуйста, перефотографируйте все те контакты, которые сейчас есть на экране. То есть спасибо вам огромное. Я убежден, что к вам еще обратится много людей через социальные сети и напрямую по телефону. Спасибо большое за интересный рассказ. И я думаю, что обратятся так же, как, собственно, уже сейчас мы видим большое количество подключений к Аштровому клубу, о котором я говорил только что, потому что, видимо, действительно, у нас эфир достаточно сейчас насыщенный. Спасибо большое. Спасибо. Но мы переходим, как раз вы только что, Евгений, сказал про Спутник и про то, что есть совместные программы с другими участниками рынка, которые работают. Я попросил подключить следующего нашего спикера, потому что мы сейчас пообщаемся с тем человеком, который наверняка, собственно говоря, знаком всем тем, кто работает на рынке туризма. Это Сочилин Василий. Вась, можно тебя попросить выйти в эфир? Да, спасибо большое, вот уже заставочка пошла. Выходи в эфир, присоединяйся к нам, потому что действительно ты, который известен в большей степени по нефти, собственно говоря, мы всегда, когда говорим там Нижний Ларк, еще что-то, нефть, но когда ты начинаешь рассказывать, что вы там делаете, кроме нефти, вот эти все снегоходы, какие-то маршруты, которые безумные, которые вы делаете и зимой, и летом, и, собственно, это не столько экстремальный, сколько, я бы сказал, такой приключенческий настоящий туризм, где, в общем, мужчины могут получить действительно экстрим в том, что они перемещаются по белому-белому белоснежному снегу, а девушки всегда находят что-то, чем можно заняться, точно так же, когда приезжают к вам летом. Вась, ну расскажи просто, пожалуйста, какие маршруты вы делаете, и что ты мог бы посоветовать тем, кто хочет к вам приехать? Да, спасибо, Миша, большое за предоставленное слово. Меня слышно? Отлично. Замечательно. Итак, корпорация «Спутник» представляет целую сеть маршрутов по Югре, которая связана как с посещением наших городов, уникального, извините меня за... Да, уже поправленная. Да ладно, уж чего-то, мы уже поняли. Но на самом деле, единственное в России, самое крупное месторождение нефти Самотлорское, занимает 4-е место в мире, 1-е место в России. У нас налажены маршруты, в ходе которых идет полное погружение в имидж первопроходцев, нефтяников, которые и наши туристы, наши гости получают весь спектр информации, установления теоретических знаний, получения теоретических знаний до становления непосредственно нефтедобытчиком, геолог-разведчиком. Мы преподаем и теоретическую часть, показываем практически и учим практическим навыкам элементов добычи нефти, и уже впоследствии на самом Самотлорском месторождении вручаем долгожданную каплю нефти, именно самотлорской нефти, самой настоящей нефти. Причем наши колбочки, они парфюмерные, можно нефть потрогать, понюхать, помазать и понять таки, что такое нефть, как она выглядит и что из себя представляет. Помимо всего прочего, знаешь, есть... Действительно, но я не ездил, к сожалению, на месторождение. Как я говорил, что когда подлетаешь, видишь вот эти потрясающие свечки, которые стоят и которые зимой в... ночью видишь очень издалека. Но музей нефти, который находится в Ханты-Мансийске, да, там не в Нижневартовске, а просто не было в Нижневартовске, он действительно поражает, потому что ты узнаешь в результате не столько о нефти, сколько вообще в принципе о том, каким образом устроена вся промышленность и каким образом устроено, собственно говоря, то, что можно произвести из нефти, и понимаешь, что она, собственно говоря, во всем абсолютно. Поэтому, ну и вот как нам пишут в чате, на самом деле цвет настроения черный, это действительно так. Да, Вася, помню твой стенд на одной из выставок, на котором был совершенно замечательный диджей, постоянно ставил цвет настроения черный, это очень большое попадание в четко, в
в тему, потому что действительно цвет настроения остается черный, но настолько светлый, как белый снег, который его окружает. Да, у нас полный спектр сувенирной продукции, я уже сказал, от той истории, когда мы разливаем нефть в туристические колбы, всевозможные литье, которое мы представляем, там нефтяные вышки, первая скважина самотлора. У нас запатентована уникальная майка, футболка с названием, с надписью «Я качаю нефть через качалку». Это наш патент, и мы их реализуем с полной историей самотлорского месторождения на спине. Поэтому, да, экскурсия отработана под ключ, снабжена всем необходимым, занимает она от 3 часов до 1 полного дня. Помимо всего прочего, мы предлагаем экскурсии по городам Югры. Есть хорошие экскурсии, связанные с посещением уже звучавшего здесь Когалымского океанариума, причем мы предлагаем всевозможный ивент в океанариуме, вплоть до проведения свадеб под водой, погружения с акулами. Наш океанариум, слава богу, это позволяет. Да, есть аквапарк замечательный, который вы сейчас можете видеть. Но хочу сказать, что одним из наших коньков, уже мы работаем на рынке Нижневартска с 1986 года, поэтому один из наших коньков – это этнографический туризм, конечно, когда мы предлагаем окунуться полностью в жизнь ханпейских стойбищ, национальных поселений, совершить, если на то есть подготовленная группа, снегоходный переход, трехдневный маршрут по ханпейским стойбищам. Мы тут уже задавали вопрос, я отвечал, да, с возможностью ночлега в маховых домиках. Это такие домики, полуземлянки, избушки. Не страшно? Нет, я не ночевал. Не страшно так ночевать, нет? Слушай, ну на самом деле у нас хорошая команда инструкторов, во-первых, которые и обучат снегоходному делу, довезут, все покажут. Плюс партнеры наши, это действительно жители, коренные жители нашего округа, коренные жители из числа коренных малочисленных народов Севера. Они уже не просто люди, живущие на стойбище, это наши партнеры. Мы с ними прошли долгий путь становления их как предпринимателей с самым главным и безусловным условием обеспечения безопасности туриста на маршруте и пребывания. Скажи, вот люди спрашивают, просто в чате тоже пропустили, как до Нижневартовска добраться, или туда тоже есть прямые рейсы? Прямые, безусловно, рейсы есть, не только из Москвы. Летают рейсы из Санкт-Петербурга, Новосибирска. Рейсов много, только Москва у нас 3 рейса в день. Цены у нас, ну, я считаю, вполне доступные, от 7 000 рублей билет в оба конца. Зависит все от сезонности, конечно, поэтому мы можем формировать маршруты, включая еще и оглядку на цены на перевозки. Плюс в Нижневартовске хороший, большой железнодорожный вокзал, он входит в книгу рекордов Гиннесса, как самый крупный вокзал на конечной станции. У нас хорошее железнодорожное сообщение, к нам есть прямые поезда из Екатеринбурга, ну, с юга России, скажем так, из центра России и с территории Урала. В то же время могу отметить, в округе хорошие дороги, которые позволяют нам иметь в парке транспорт комфортный для перевозки туристов по дорогам Югры, потому как близлежащие города – это единственная возможность связать, нет смысла оформлять перевозку авиационную. Вот. И в радиусе, я скажу вам, Миша, извини, пожалуйста, скажу, что в радиусе 180 километров, а это 2,5 часа максимум езды, и 9-часового маршрута мы способны показать людям действительно натуральную дикую природу, стада оленей и аутентичную жизнь коренного населения. Вась, ну вот скажи, сейчас у нас зима, да? Все-таки мы зимой, когда к вам приезжаем, для тебя просто, я понимаю, выбрать невозможно, но тем не менее, что бы ты сделал, приехав вот так вот первый раз зимой к вам? Знаешь, я бы, во-первых, не приезжал налетом и быстро, как это делаете вы, Михаил, и поэтому до сих пор не добрались до Нижневартовска. Я бы предположил, что недельный маршрут, 5-дневный маршрут – это хороший, качественный маршрут для Югры. Мы покажем и нефтяную столицу России, мы покажем столицу округа Ханты-Мансийск со всеми его огнями, о которых уже много что говорилось. Конечно, я подчеркну, что особенная изюминка Ханты-Мансийского округа – это приполярный Урал. И здесь вот с Евгением Свитовым мы действительно отработали маршрут, который способен показать от нефтяной промышленности, быта коренных малочисленных народов до
уникальных мест, самых красивых мест Приполярного Урала. Чтобы попасть на Буровую, да, чтобы это посмотреть, нужно за определенный срок обращаться, да, то есть так просто же не попасть. Это, в принципе, определенная процедура есть, да? На самом деле у нас в Нижневартовске есть уникальный полигон школы буровых кадров, и можно всю технологию добычи нефти увидеть в доступе обыкновенном. Как раз входит в ту экскурсию, о которой ты рассказывал, да, вот это. Но мы согласовываем с нефтегазодобывающей компанией, градообразующей с Роснефтью, попадание на территорию самого месторождения и показ. У нас вот прямо на месторождении стоит вот такая стела скважина, стела памятник первой нефти, первой скважине. Поэтому вполне себе инфраструктурно, даже для туризма, благодаря действию правительства автономного округа и нефтяникам совместно, у нас подготовлен маршрут. Ну, плюс спасибо. Достаточно много времени, поговорить хочется очень обо многом. Скажи, вот там вот слайды, которые были в самом конце, вот здесь вот у тебя, да, где это все-таки находятся, эти вот замечательные такие тропики, которые были вот на одних из кадров? Тропики? Тропики – это Когалымский океанариум, при нем есть дендрарий. Это Когалымский. Да, это Когалым. Одни из следующих совершенно потрясающих кадров. Да, действительно, еще мы не поговорили сегодня об этнике. Вот оранжереи, конечно, это действительно потрясающе все. Вась, очень коротко скажи, перемещаться на поездах все-таки сложнее, чем на машинах. Наши слушатели спрашивают, можно ли взять машину на прокат? Да, с этим сервисом у нас все в порядке, как во всей России. Да. Значит, ну, дороги, действительно, мы можем подтвердить, что дороги хорошо очищены и, собственно, действительно... Я хочу сказать, что еще... Говорили о том, я просто хотел сказать, довести просто мысль о том, что вот по моему, конечно, можно, действительно, можно взять машину и самостоятельно перемещаться. Но знаете, когда вот человек живет и занимается туризмом в течение многих лет, как это делает Василий, собственно говоря, вот есть его контакты, то намного проще и по большому счету будет дешевле обратиться за тем, чтобы вам сформировали этот тур, потому что когда люди уже прошли по маршрутам десятки раз и видят, каким образом и что можно увидеть с тех точек, с которых можно получить наиболее лучшие кадры, чтобы точно так же их после этого отинстаграмить и сделать свои посты в социальных сетях и просто получить те впечатления, которые не забудутся долгие годы, конечно, есть смысл обратиться к тем, кто уже работает, кто работает на рынке давно. Плюс я хочу добавить просто, что, безусловно, обращение к туроператорам, которые, ты прав, конечно, на месте работают и знают нюансы, ты получаешь больше качества самого пребывания. То есть все наши маршруты, они экипированы, оснащены, к нам можно в офис прийти в костюме и галстуке, бизнес-визитером, будучи в Нижневартовске, и уехать в этот же день в лес. Мы снабжаем полностью экипировкой, мы знаем все нюансы погоды, мы знаем, где дует, где будет холоднее, чем в городе. И наши инструкторы... Спасибо большое, собственно говоря, за ту грантовую поддержку, да, которую оказывает регион и туризм, потому что действительно как раз вот эта возможность, которая абсолютно уникальна. То есть действительно приходишь в галстуке, выходишь оттуда уже в спортивном костюмчике. Да, в этом плане у нас в округе на самом деле очень хорошая поддержка ощущается от правительства, от губернатора, который курирует вопросы туризма. Мы, на самом деле, поддержкой не обделены, очень комфортно и качественно работается. Но мы, еще раз, собственно, возвращаясь к началу, к самому началу эфира, когда Наталья Владимировна выступала, мы действительно можем только сказать огромное спасибо за развитие всех сфер, всех сфер жизни в регионе и как следствие развития туризма. Я скажу еще, что вот в данный момент мы реализуем наш проект «Туристические деревни России». В деревне Усть-Маньяк Березовского района появится комфортная туристическая деревня. Это Приполярный Урал. Стоит прямо на берегу реки Северное Сосево. Там будут комфортные дома для семейного отдыха с возможностью совершить путешествие по территории Ханты-Мансийского округа и к близким нашим соседям. Поэтому мы вот как раз-таки сейчас уже становимся на порог развития хорошего, качественного гостеприимного сервиса гостеприимства с нужным уровнем и степенью комфортности для приема семей и иностранных туристов. Спасибо тебе огромное. У меня большая просьба, ты оставайся в чате, потому что я вижу, что есть ряд вопросов, на которые мы не ответили. Если сможешь там прокомментировать, пожалуйста. А так мы всех просто призываем обращаться к тебе, потому что действительно человек, который работает давно в регионе и который позволит вам спланировать поездку очень хорошо. Спасибо, Вась. Спасибо. До встречи в Югре. Спасибо. Но у нас есть еще один спикер сегодня, которого спикер, собственно, выступающий, с которым мы хотели поговорить о такой удивительной вещи, как и с нами на связи, попрошу выйти Лебедеву Надежду. Надь, пока вы подключаетесь, я просто хотел сказать, что вы не первый год, то есть 8 год, как замечательно. Слушайте, тут вы даже не одна в эфире. Как зовут это чудо, Надь? Добрый день. Это у нас Хуртик. Здравствуйте всем. В переводе у имя как «Северный ветер».
Красавец какой! Да, но вы действительно более 8 лет уже занимаетесь, у вас есть собачки, которые всегда с вами, и, собственно говоря, которые специально обучены для того, чтобы помогать людям открывать большие красоты нашей природы, для того, чтобы действительно в таком экологическом, в экологической сфере присутствовать на территории Югры. Скажите, Надь, ну, вот, расскажите просто о том, что вы делаете, потому что, когда видишь такую собачку, ну, первое, что хочется сделать, это, знаете, там, как-то ее потрогать, безопасно ли это, и делают ли этого, делают ли ваши туристы, и какой-нибудь, может быть, конкретный маршрут, который вы делаете вместе с вашими собачками. Расскажите, посоветуйте нам. Да, конечно. Смотрите, наша команда предлагает уникальные туры на собачьих упряжках по зимней Югре. По лесам, по полям, по всем диким местам, где, я думаю, любому человеку, который не был в настоящей сказке зимней, будет интересно. Хорошо слышно? Слышно хорошо? Да, чуть-чуть почему-то вы тише, чем я, видимо, поэтому я немножко... Но вас слышно, по-моему, нормально. Я думаю, что наши слушатели бы отреагировали сейчас, если было плохо слышно в чате. Так что не-не, все нормально. Все, ну продолжаем. Так, наши туры рассчитаны вообще на абсолютно разное количество людей и на разную аудиторию. То есть начиная с детей, заканчивая людьми старшим поколением. То есть для каждого человека мы сможем подобрать самый оптимальный маршрут по продолжительности и сложности. Находимся мы в городе Сургут. И все наши туры начинаются именно отсюда. Я вам сейчас расскажу про самые популярные направления, которые у нас есть. То есть один из вариантов – это у нас тур на собачьих упряжках от города Сургута до Каменного мыса, протяженностью 25 километров, составляет он один день. Есть у нас также тур, который составляет 120 километров, это экстремальный экспедиционный маршрут для тех, кто любит экстрим, какие-то опасности, сложности. Это ревность, естественно, когда хозяйка что-то рассказывает, а тут не дают ничего рассказать. Особенно про туры, про снег, про зиму. Конечно, про нее рассказывают, собственно говоря, естественно. Вот «Северный ветер», да, он любит петь, это его фишечка. Про собачек я сейчас отдельно вам расскажу. Продолжим, значит, 120 километров. Экстремальный тур, очень интересный. Он составляет 4 дня, один из этих дней подготовительный, потому что тур достаточно сложный и требует особой подготовки. То есть как для восхождения на Эльбрус, да, то есть это сопоставимо. Есть у нас еще однодневные туры, часовые прокаты для тех, кто не ограничен во времени, да, не обладает большим количеством, и в принципе для всех желающих, кто хотел бы вообще себя попробовать в качестве каюра. Так, да, вот я забываю переключать. Посмотрите на эти работы, потому что это все наши фотографы. Это отдельный момент, потому что каждый тур сопровождает фотограф, каждый тур сопровождает снегоход и опытные каюр-инструкторы. То есть это все сделано для безопасности. Так, по поводу собачек. В наших турах участвуют собаки породы сибирский хаски. Эта порода известна тем, что генетически отсутствует агрессия к человеку. Вообще, да, каждый турист первым делом знакомится с командой. Это всегда очень эмоционально, это интересно. И, в принципе, посвящение в каюры, да, после первого дня прохождения, если это сложный маршрут, именно такой момент нужно знать свою команду, познакомиться с особенностями каждого. Так, и вот у нас основные моменты, я вот тут сейчас вам пролистываю про северный путь и про гостевой прокат, час и 10 километров, есть варианты. Вот, а еще раз просто вот скажите, там мы видели первую фотографию, где с детьми прямо катаетесь, то есть возраст абсолютно любой может быть, да, у тех, ну, с 12 лет, наверное, конечно, да, тех, кто приходит к вам для того, чтобы... Абсолютно любой возраст, вообще с 3 лет мы можем катать. У нас есть нарты, которые расположены и для маленьких детей, и для постарше. Мы можем поставить как в качестве каюра ребенка, если 12 лет, у нас уже участвуют в соревнованиях дети в таком возрасте. 3-летних мы катаем самостоятельно, то есть все вопросы по безопасности у нас учтены. Собаки абсолютно безопасны, контактные, и пройдена социализация, с кинологами работают. Поэтому, да, любой абсолютно возраст. Единственный момент, да, мы подбираем программу маршрута, чтобы ребенка не брать на многодневный тур. Конечно, да. Скажите, все ваши туры начинаются из Сургута, правильно? И делаете, возвращаетесь вы снова опять в ту точку, из которой вы начали маршрут? Да, да, именно так.
мы из Сургута стартуем, делаем какой-либо круг, либо зигзаг и возвращаемся в город Сургут. То есть они могут быть такие однодневные для тех, кто хочет себя посвятить, и, собственно, куда-то едете, потом немножко отдыхаете, потом возвращаетесь назад и проводите обряд посвящения. То есть это действительно такая уникальная, собственно, штука для многих регионов России, потому что это действительно здорово. И те, кто едет в командировки, можно просто воспользоваться на 1-2 часа возможностью. У вас живой фон, знаете, как это, живые обои. Классно они ходят. Можно воспользоваться часовым для того, чтобы просто ознакомиться, попробовать, чувствуете вы это или не чувствуете, да? Да, да, конечно. То есть у нас именно в таком формате все и проходит. Я немножко упустила суть вопроса, по живому фону я сдох. Нет, суть вопроса была в том, что действительно то, что есть у вас, это действительно абсолютно уникально, потому что это сочетание такое между природой, которую мы видим вокруг, и действительно хасками, потому что действительно, как отмечают наши коллеги в чате, хаски действительно есть во многих регионах. Но я бы хотел просто обратить еще раз внимание, то, что Надя, может, так не сказала, посмотрите на кадр, не передать этот белый снег. В этом плане сочетание природы и того, что вы находитесь в абсолютном таком сочетании с тем, что вас окружает, создает ту самую возможность увидеть природу и остаться с ней наедине. Да, да. Почему это пользуется действительно таким успехом? Это отдельный эмоциональный момент, потому что это не бензиновый транспорт, это не снегоходы. То есть это как раз тот момент, когда мы оказываемся, вот, знаете, среди этой белой бездны, белого пушистого снега, вокруг ничего нету абсолютно, и мы можем, получается, насладиться этим моментом, увидеть игру изнутри, увидеть снежную, сказочную, настоящую зиму, которую мы не увидим больше нигде, я думаю. По крайней мере... Экипировку вы выдаете, она нужна какая-то экипировка для того, чтобы поехать? Да, однозначно по экипировке мы и консультируем, и дополнительно можем еще предоставить в аренду свою экипировку, потому что это очень важный момент, особенно на многодневных маршрутах с нашей изменчивой погодой. Мы должны быть готовы ко всему. Спасибо вам большое. Настя, спасибо огромное. Пожалуйста, можно ваши контакты на экран, чтобы те, кто нас смотрит, могли сфотографировать их и переснять? Так, да, конечно. Собственно, наверное, любые контакты можно получить в том числе и у наших других коллег. Надь, спасибо вам большое. Я думаю, что все, кто захотят к вам напрямую обратиться, они обратятся к вам напрямую. Ну а что, мы сегодня поговорили с вами о... Югре, и, собственно, Надежда, вы были наш последний сегодняшний выступающий, но далеко что нам хотелось рассказать в целом о Югре и рассказать о Ханты-Мансийске, о том регионе, который мы действительно очень любим. Знаете, когда начинаешь говорить о Ханты-Мансийске, когда начинаешь говорить о Югре, первым делом приходят мысли о том, что это нефть. Действительно, нефть, изучение нефти, того, что можно там увидеть, потому что 50% нефти добывается в регионе, это действительно то, что стоит поехать, посмотреть, это действительно не увидеть в других регионах. Но знаете, Ханты-Мансийск и в целом Югра замечательны тем, что они создают какую-то потрясающую ауру. Может быть, дело в людях, которые здесь живут. Возможно, дело в той природе, которая тебя окружает. А может быть, это сочетание того и другого. И мне кажется, что Югра как регион – это регион абсолютно потрясающих туристических возможностей, которые сегодня представлены. Мы, собственно говоря, мне хотелось сказать отдельно в эфире огромное спасибо и Дмитрию Саватееву, который работает в Югре, и тем, кто сегодня принимал участие в нашем эфире, и, конечно, сказать огромное спасибо губернатору, потому что действительно без усилия губернатора к тому, чтобы вот эти вот, то, что мы действительно как бы обладаем теми природными богатствами, которые добывает наша промышленность, вдруг мы видим, что жизнь действительно от этого меняется. Мы видим, что меняется жизнь, строятся потрясающие объекты, и они развивают туризм. Никогда вы не забудете, если приедете в Ханты-Мансийск, в Югру, вы приедете летом, потому что летом это белые ночи, это абсолютно удивительное место, которое позволяет вам посмотреть все, и всем рекомендуем пойти на слияние двух рек, потому что это ночью, потому что это действительно потрясающе в легком тумане встретить рассвет на слиянии двух рек, это потрясающий энергетический фон. Но и зимой на самом деле всех приглашаем к тому, чтобы приехать в Югру, потому что люди, которых здесь много, нас много смотрят, тех, кто работает в туризме, если вы когда-нибудь отправите ваших туристов в Югру, люди вернутся и будут абсолютнейше довольны. В этом мы можем быть уверены. Здесь есть что посмотреть, здесь потрясающая еда, здесь потрясающий энергетический заряд. Коллегам в Югре мы можем только пожелать того, чтобы туризм развивался дальше, чтобы было как можно больше людей, которые приезжали, для того, чтобы рассказать это все, и для того, чтобы те люди, которые приехали, становились вашими амбассадорами по всей территории нашей страны и за рубежом. Спасибо всем огромное, спасибо большое сопровождающим
наш эфир со стороны ОСИ. Спасибо большое, Геля, спасибо, Вера, спасибо всем тем, кто был за кадром. Но мы ждем вас на следующих эфирах, которые будут посвящены другим регионам Российской Федерации. Спасибо всем. До свидания.